полтора года спустя. Сны могут принести неожиданные радости, но могут и привести к огромным несчастьям. И эти два совершенно противоположных исхода находятся вне контроля какой-либо человеческой силы. Путь через чужие сны иногда таит в себе определенные знаки. По этим знакам люди узнают о том, поднялось ли божество по ступени или падает с них. Эти знаки представляют собой процесс взаимного разделения снов. Возможно, конечная цель всех искателей снов – найти тех, кто разделяет с ними мечты и стремится их полностью понять. Лишь изредка тех, кто разделяет мечты, бывает больше, чем двое. Точно так же, как в этот самый момент. Это место... Кокон завершенности? Это странно. По мнению Кокона, мне сейчас должен сниться сон. После более чем 6 лет отсутствия сновидений с момента окончания проекта Стигмы, она впервые взаимодействует со страной грез. Более 2000 ночей без снов она наслаждалась мирным сном, как ребенок. Есть ли что-то, что слабо резонирует с Коконом? Итак, беспокойные волны разбились о скалы. Оттуда вырвался яркий свет, расцветший соляной розой. Привет. Привет, Хершер Завершенности. Прости, кто ты? А, правда, мы не представились должным образом. Итак, переписки с Хершером завершения. Могу ли я использовать термин «нетканный кокон», чтобы описать себя? Кокон? Это немного преувеличение. Я не родилась из кокона, и я никогда не испытывала таких объятий. Но даже в этом случае примерно миллиард оборотов третьей планеты назад у меня была некоторая связь с завершенностью. С тех пор планета была разрушена. А время застопорилось, пока объятия не завершились, и все снова не начало стремительно двигаться. И сегодня мне повезло, что я смогла связаться с тобой во сне из-за странного происшествия в наследии якоря и кольца.
Итак, ты инопланетянка? Ты пришла сюда в поисках нашей помощи? Да, можно так сказать. Однако, будучи одной из самых пустынных планет Солнечной системы, четвертая планета Луз... Луосин, возможно, не сможет предложить никаких наград нашим гостям извне. Куй Фэн, Мао И, Шэнь Хэн, Цзинь Юй, Сингун И, Шан, Цзяо Юань, Шан Цзун, Вэй Хао, Доу Хэ, У Цзы, Ши Ин. Я надеюсь, что пузырьковые вселенные, защищенные 12 созвездиями, смогут создать новое будущее своими руками. Однако, возможно, подъем и падение моря квантов слишком непредсказуемы. В этот роковой день не только произошла аномалия в моей собственной транскрипции, но в нее неожиданно оказались вовлечены двое невинных прохожих. К счастью, эта аномалия также принесла мне чудо, создав единственную возможность связаться с тобой через сны. Ты знаешь Корали и Хелию с третьей планеты?